На прошедшей неделе прошел турнир «Кожаный мяч» среди трех возрастных групп учащихся района. По итогам соревнований места распределились следующим образом. Младшая группа 2005-2006 годов рождения. Первое место – средняя школа номер 2 аула Кашихабль. Второе место – школа номер 5 аула Бличипсин. Третье место – школа номер 11 аул Ходз. Средняя группа 2003-2004 годов рождения. Первое место – школа номер 8 села Натырбова. Второе место – средняя школа номер 3 аула Егерухай. Третье место – школа номер 5 аула Бличипсин. Старшая группа 2001-2002 годов рождения. Первое место – школа номер 11 аул Ходз. Второе место – школа номер 6 поселка Дружба. Третье место – школа номер 7 поселка Майский. Лучшими игроками турнира признаны Шевдыгов Нарт, школа номер 2 аула Кашхабль, младшая, Шаповалов Андрей, школа номер 8 села Натырбова, Бондаренко Роман, школа номер 6 поселка Дружба. Победителям, призерам и лучшим игрокам от Управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования Кашхабльский район вручены кубки, грамоты и футбольные мячи.